Здравствуйте, дорогие! Это «Вертикальные новости». Я Алексей Фортиков. Вернулся в студию. Тут все хорошо. Даже прохлад от кондиционера. Погнали! Отличный пранк или троллинг, или просто средство от непрошенных гостей. Можно очень просто отвадить желающих искупаться в неположенном месте. Вам понадобится плавающая голова крокодила на радиоуправлении. Водоем. Готово? Вы великолепны. Рубрика «Слабоумие и отвага». В Ставрополе завелся Человек-паук. Не совсем паук, конечно, но на стол зачем-то полез. Не знает болезный, что столбы А не для этого и Б банально не выдержат вес верхолаза. Сила есть, ума не надо. А вот это уже просто слабоумие и слабоумие. Безумный водитель зачем-то выперся на обочину. Еле удержал там свое корыто. Корыто вылетело под автобус, тот навстречку. В общем, только чудом обошлось без жертв. Надеемся, что больше это вот недоразумение за руль не сядет. Кажется, мы знаем, чем занять вас и себя на ближайшие ночи. Погнали комету смотреть. Сейчас и вплоть до 18 июля, ну, край до 23-го. В ночном небе на северо-востоке можно увидеть комету. Называется она Neowise. И последний раз приближалась к Земле 4500 лет назад, представляете? И она, кстати, самая яркая за десятилетия. И у нас на юге ее видно лучше всего. Такой шанс упускать нельзя. Бывает раз в жизни. Кстати, в следующий раз она вернется аж через 6000 лет. А нам-то что? Всего пару ночей не поспать. Так что поехали. Вы когда-нибудь слышали, как звучит лезгинка на саксофоне? Нет? Слушайте, это круто. Старость в радость. Этот милый пожилой итальянец точно занимался футболом. Иначе чем объяснить это умение набивать мячик на голове? Особо отмечаем выбор мелодии для озвучки. Новости науки. Получено очередное убедительное подтверждение того, что коты – это жидкость. Это ежедневная мелота. На сегодня все. Я поехал собираться на комету, чего и вам советую. Увидимся завтра. Пока!